18, но мне в душе 18. Я бросил у 19, влюбился в лет так 16. Поставил цель в первом классе кататься в тачке S-класса, купить такую же папе, достроить дом своей маме. И всем привет, ребята, вы на моем канале. С вами Фарадан. И у меня есть для вас чуть-чуть очень грустная новость. Во-первых, помните, я снимал рафт? Там, где я уже построил дом, там, где я нашел остров, там, где кабаны. Кабаны. Я еще в рафте ни разу не видел кабанов, странно. Ну, дело в том, что этот мир каким-то образом удалился. Да, я уже думал, что, ну, все, ложить руки, но... Нет, я не буду ложить, я буду дальше снимать. Я решил уже прикачать рафт, скачать с другого сайта, но все равно не сохранилось мир. Ну, жаль, ну, следующее видео рафтом, я обещаю, то, что оно выйдет, ну, не скоро, конечно, выйдет, но выйдет. Потому что у меня есть некоторые проблемы, но оно скоро выйдет, ждите. А сейчас я решил снять про Майнкрафт. Захожу на разные сервера. То есть, знаешь, такие, есть такие сервера, которые очень сильно загружены. Топ-1. И мы посмотрим, какой сервер есть. Ну, просто будем заходить на разные сервера. Там может выпадать сервера и... Чё? Там может сервера выпадать и... Какие-то по рейтингу 0-1. Там еще какие-то рейтинги. Ну, вот этот, который я считал, то, что это топ-1 рейтинг самых лучших серверов. Сейчас мы это и проверим. Заходим. Нам кто-то просит ввести цифры. Давайте 5, 3 и 7. Все? А теперь нам надо зарегистрироваться. Ладно, хорошо. А мне надо регистрация. Извиняюсь. Я сейчас просто... Ой, вы слишком долго не входили в игру. Ну, извините. Заходим еще раз. Только на этот раз все быстро делаем. Стараемся сделать все очень быстро. Потому что... 8 символов. Здесь. Все. Сервер предлагает использовать свой выбор ресурсов. Загрузить и установить? Нет. Вау. Ну, пока что видно, сервер очень прикольный. Ну, найс. Прикольно. Тут вот видно желтое, видно дерево. Синие почему-то. Смотрят, тут разные игроки есть. А что же книга делает? Ага. Есть классические грифы. Что у нас еще есть? У нас есть анархия. Что, дуэлы есть. И этот. Ивент серверы. Это что? Я не знаю это. Выбор режима. А, это же книга. Давайте посмотрим, что тут вообще еще есть. Угу, ну я понял. Прикольный остров. Мне понравился. Ну, не остров, а вообще вот это все обустроил очень прикольно, красиво. Постаралась, я вижу. Ну ладно, давайте куда-то назовем. Давай на... Давайте на первый сервер. На 12-й. У вас не установлен ресурс пак на сервера. Зайдите на свою сетевую игру, нажмите на... Все, я установил автоматикой. Да, что это, конечно, за ресурс пак? Я не знаю. Надеюсь, это не вирус. Хочется надеяться. Ну, а что она меняет? У меня вопрос. Оху-ху, я понял, что она меняет. Вау, у меня аж подлагало чуть. Так, телепортация, безопасное место. Не хочу. Это такой... Так, подожди, я уже в этом сервере был, не? Подожди, это случайно не сервер?
одного ютубера, не? Либо мне что-то кажется. Мне так кажется, что это... Вот, это вот этого сервера. Мне так кажется, не? Я понял. Я знаю такого этого ютубера, я не знаю, как его правильно назвать, но вот его костюм настоящий, вот. Если, конечно, найду, то... Я вам... Ссылочки будут в описании, если вы захотите за него найти, зайти и подписаться. Ну, если вдруг захочете. Так, смотрим. Ну, тут есть бонусы, печаты, призы. А, ладно, давай призы. Призы. Первый уровень. А нам что первого уровня нужно? Порошок уран. Угу, не. Так, а давайте куда-то пойдем. Донаты тут я вижу есть. Тут есть у нас разные. Так, что это дело? Так, а давайте донаты, магазин, наборы, кланы, телепортация, заработок, настройки, прокачка. А как мне тебе выдать... Этот выдать, ну, чтоб стартовый сет. Как? Мне надо что написать? Давайте стар. Вот это может, не? А, нет, это админы. Ты мне выписал вот админы. То есть я админы вот. Вот админы есть. Ладно, подожди. Так как мне вообще получить первые ресурсы? Блоки привата. Здесь ставите блоки за защиты территории. Спавн. Ну, сейчас на спавне. А давайте выйдем сейчас безопасно, ну... Вот это безопасное место там говорил, вот. Телепортация — безопасное место. Чё прыгнул? А, безопасное... Опа! Да лутать нельзя, да что ты ж будешь делать? Тут дверь разорвалы. Как будто это и есть этот... анархия. Занятая территория. О, свободная территория, прикол. Добавлю, добуду тебе чуть-чуть. Этого... ну, короче, до будущего. Ой. О, смотри, свободная территория. Вау, это что? Чего? Там какая-то... Опа. А, вот это уже занята территория. Я куда-то в ловушку пошел. Свободная территория, класс. Давайте спустимся. Интересно, что за свободная эта территория. Ай-яй-яй. О! Свободная? Так это свободная территория. Луки, гриф-сервер, щиты. Свободная. Найс. Давайте выйдем отсюда, я не хочу умирать. А, да я вообще зашел. Не, мне этот сервер не очень нравится. Ну, короче, я понял, это какой-то сервер ютубера. Хорошо, хорошо. Ладно, давайте переходим к следующему. Короче, я еще какой-то сервер нашел. Ну, это, скорее всего, какой-то украинский сервер. Ну, давайте зайдем на украинский сервер. Мне интересно, что там. Ну, будла... А что? Будласка разгада... Понятно. Я, конечно, не очень понимаю украинский. Ну, ну, хотя бы чуть-чуть я понимаю его. Ready. Ой. Смотри. А можно регистрация? Просто зарегистрировались и все. Вы короткий пароль, понял.
Ваш пароль небеспечный. Ага, понял. О, привет, мы рекомендуем вам підключити соціальну мережу за допомогою Telegram-бота, щоб захистити свій блоковий запис. А, не треба. Вітаємо, Redfire. Він вперше зайшов на сервер. Вау. Вау, от це український сервер? Нічого собі. Прикольно. Ну, постаралась очень. Звісно, тут все на українському. У меня, скорее всего, большинство людей смотрят из России. Они не поймут, но... У нас сегодня цель просто... Суть ролика просто заходить на разные сервера. Вот я зашел на разный сервер. И сначала я зашел, получается, на блогера, на сервер блогера. Потом зашел на... Ну, сервер блогера, это вроде русский сервер. А это украинский. Может потом... Ваша статистика. А куда мне? Что мне надо делать? Смотрите, ребят, чтобы вы знали, я тут один. Я один. Прикол. Ну, это типа... Рейтинг у его, я что-то... 182 рейтинг. Не, ну очень постаралась, ребята, я вижу. Не, ну мне понравилось. Мне понравилось. Круто. Что-то похоже на что-то... Что-то мне напоминает на это, не? Скорее всего, нет. Ну, если вам что-то на это напоминает, то напишите в комментариях. Мне будет интересно ваши мысли посчитать. Ну, это типа какой-то большой... Маленький... Большой город. Спаун, да? А можно как-то вообще выйти из спауна? Да, скорее всего, вон сюда вот. Нет, это тупик. Странно. А куда мне можно выйти? Опа, кто-то. Опа, кто-то играет сейчас на игре. Здрасте. Ну, понятно. Улыбка, все это. А кто это? Я же один сейчас. Странно. Я думал, что это уже игрок какой-то. АФКшит. Ну, я просто один еще, чтобы узнала. Более меня... Сейчас никто не зашел. Ну, что сказать. Рандомный телепорт. Ну, давайте. Так. Ага. Надо стоять на месте. Окей. Стою на месте. Все. 5 секунд. Угу. И? Где? Вау. А. Не на острове. Вау. Как оригинально. И что, я теперь тут могу все ломать, да? Могу выживать теперь спокойно, да? А вот меня интересно у вас спросить. Будет ли вам интересно, если я создам, ну, создам свой личный сервер, и вы туда можете заходить? Как вам эта идея? Я смогу попробовать создать свой сервер, и вы будете туда заходить. Вам понравится это, либо нет? Напишите в комментариях, чтобы я знал. Но пока... А зачем меня разживает вообще? Мне же самое важное было оценку поставить. А, я же не поставил оценку на первый сервер. Ну, я поставлю оценку, но, если честно, очень прикольный. Тем более я тот первого раза попал на сервер ютубера. То я поставлю, ну, 8 можно поставить. Хороший сервер. Это тоже очень хороший сервер. Тем более тут... Если я один, минус в том, что я один играю. Ну, неинтересно. Чем смысл играть одному? Просто выживать? Ну, это неинтересно одному выживать. Во-вторых, мне еще понравилось тут то, что... Они очень... Либо... А кто это вообще делал? Мне интересно. Скорее всего, нет. Не знаю. Мне очень понравился этот сервер. Вот прям вот, который я сейчас... Ну, не то, что, знаешь, что фанат прям 10 баллов поставлю, все. Ну, примерно 7 баллов можно поставить. Если бы тут еще играли игроки,
то можно было и поставить уже и восьмерку, либо девятку вообще. Ну а так я поставлю этому серверу семерку. Ну все, а мы переходим к следующему этому серверу. Да, курица? Угу. И вот следующий сервер, он русский. И будем, конечно, приходить смотреть, что это за сервер. Место его в рейтинге 916, скорее всего, я не помню. Будем ждать. Но пока что подключение идет. Что-то мне так кажется, сервер не работает. Ну да, вам не удалось подключиться к серверу. Ну ладно, тогда переходим к следующему. Ну, подождите, точно. Я этому ставлю, знаете сколько? 0 баллов, потому что я вообще зайти не могу. Найс. Переходим к следующему серверу. Этот раз я вообще с ума сошел. Во-первых, я захожу на германский сервер. Там все будет на германском. Я не буду ничего не понимать. Но зато оценим по внешности, насколько хорошо обустроилась спавн. И еще одно есть условие. Условие. Какое условие? У меня нет никаких условий именно для моих подписчиков. Ну, либо тех, кто смотрит видео без подписки. Так, я не понял, ты что, без подписки смотришь? А ну, подписайся быстро, у меня интересно все. Подписался? Давай, я жду. Все, я думаю, ты подписался, тебе хватит этого времени. Ну, если не подписался, тогда смотри ролик до конца и обязательно подпишись. Что я хотел до этого сказать? А, то, что это германский сервер, и его... Ой, сейчас она зарегистрировалась. Давай сейчас мы просто введем. Ага, понял. Так. Red, давайте. Какой-то вообще не знаю. Ноль. Есть, все хорошо. И это германский сервер. Он было показано, что это германский. Но вообще-то это вообще не... Вообще не германский сервер. Странно. Ладно, давайте посмотрим. Ну, пока что... Это кто? Это что, я? Ладно, поднимаемся вверх. Ну, я понял, в таком стиле, не, германском стиле, да, этот? О, урожай! Можно ломать? Эй, извините, но вам нельзя изменить... Нельзя изменить это здесь. Это голова? Ничего себе. Голова. А это что летает? Что тут летает? Да, сервер очень позитивный, интересный. А что внизу? О, тут какой-то домик. А, я даже урон не получаю, вау. О, а я сгораю в лаве. Все, я не могу никуда дальше подняться. О, не. Блин, ну ладно. Жаль. О май гад! Это что такое? Я не буду к нему близко подходить. Это девчачья комната, я так понял, да? Ну, скорее всего, да. Это девчачья комната. Ну, это все в розовом. Ой, нет, я вообще выйду из этой комнаты. Фу. Я что-то не о том подумал. Ладно. Так. Что еще тут есть? Какие-то задания. Скорее всего, я тут тпхнулся. О, там еще кто-то есть. Давайте. Так, это магазин. Криперы. Понятно, я не буду дальше считать. Пошлите по этой дорожке. Мне так кажется, это вообще какой-то... Ты чё?
Меня пранкуют как-то-нибудь. Мне не разрешают пройти. Но я вот так вот пройду. Блин! Я упал. Ну, короче, тут сервер. Выберите сервер для игры. Какой мне выбрать? В разработке. В разработке. Две разработки, только один. Я не могу, потому что мне нужна версия 1.19.3. Не, я не буду заходить вообще. Не, все, я этому ставлю сервер. Этому серверу ставлю, ну, тройку. Мне не нравится сервер. Особо дом, который я заходил, скорее всего, вон там вот где-то. Мне вообще не понравился он. Тем более, чтобы зайти на сервер, нужно этот зайти на версию 1.19.3. Да, ну ладно, тогда переходим к последнему серверу. На этот раз я захожу на один сервер из США. Интересно, сейчас в него никто не играет, скорее всего, да? А что у меня за... А, у меня мой скин, хорошо. О, ага, мне надо дальше трассу пройти. Хорошо, давай. Тут все на английском. Как понятно. Хорошо, что я учу английский. Мне это в руку, на руку, на руку. Давайте. 08 07 08 07. В смысле? А мне надо зарегистрироваться? Ой, вы были, ну, кикнуты из сервера за это, то, что долго не отвечала. Понятно. А я могу еще раз подключиться? Да. Давай, быстренько, черт. А какой мне ред... А зачем мне ред... Мне надо ред пройти... Ну окей, давай. Да блин, подожди. Тер. Что-то очень много дают, очень мало... Нет. Понятно, ну ладно. Короче, я выхожу. Вот, следующий сервер. Заходим. Ждем подключение к серверу. Не удалось подключиться к серверу. Еще один сервер. Если на этот сервер не подключишься, то значит будем искать канадский сервер. Подключаемся. Не удалось вам подключиться, ладно. Хорошо, ищем дальше канадский сервер. Может вообще японский, китайский. Что-то даже быстро времени надо было тратить. Но там частей 4 игрока играют. Значит, по идее, меня... Должны тоже забанить. Ну, понятно. Еще раз, последний раз я ищу. Если я не найду и не зайду на этот сервер, заканчиваем видео. Ребят, вы не поверите, я настолько психанул, что я решил зайти на австралийский сервер. Подключаемся. И меня сейчас забанит за то, что я... Сервер. Еще одна последняя попытка. Я надеюсь, у меня получится. А вы пока что поставьте лайк. Подпишитесь на канал и напишите в комментариях, чем мне продолжать такую рубрику, либо нет. А мы переходим, походу, к последнему, ну, серверу, к следующему, потому что это не подключается. Чем мне уже надоело заходить на какие-то там другие сервера, я зайду на русский, как он первый попался. Ну, он не популярный, сразу вам говорю. Я там пролистал очень далеко, прям вниз, вниз, вниз. Это, походу, это самый нижний сервер. Заходим. Ура! Понятно. А теперь я вообще с ума сошел. Я захожу на сервер Эдисона. Типа! Ну, посмотрим, что за сервер Эдисона. Интересно мне его увидеть, конечно, в реальной жизни. Сейчас забанит, походу, меня за то, что... Ты же меня этот Эдисон забанит. Угу. Да? Давай. Бан. Короче, меня забанили. Ну почему меня забанили? Короче, я захожу на самый лучший сервер, какой я считаю. Это Rally World.
Вот он, Rally World. Наконец-то. Ну, я зайду хотя бы на этот сервер. Так. Сейчас надо быстренько. Все, надо было быстренько пройти. А теперь Red Fara. Мысли был зарегистрирован. А я не помню как. А я не помню логин. Мать честная. Я не помню логин. Сейчас бан будет. Нет? Понятно. Походу у меня было вот такой вот. Угу. Последняя попытка. Я не знаю мой пароль. Домер, извини, но... Может, теперь мой аккаунт забанить? Я вообще пароль забыл. Я даже не хочу уже настроение продолжать снимать. Потому что я не могу туда зайти, не могу туда зайти. Ну ладно, на этом будем прощаться, потому что я и так уже зашел на 4 либо 5 серверов. Нормально. Там оценил, хорошие, нормальные. Последний вообще стой был 3 балла. Хочете продолжение? 3 лайка и будет вам продолжение. Я вам желаю хорошего настроения. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Зачем я пожелал? Ладно, это не важно. Подписывайтесь на мой канал. У меня много чего интересного выходит. Пытаюсь выходить каждый день. Каждый день, да, пытаюсь. Я пытаюсь. А с вами был Фарадан. Всем папа. Скоро выйдет новый видео. Сваняй. Рафт. Выйдет скоро видео новое. Сваняй Рафт. Ждите его, скоро выйдет. А всем па-па-па-пам!